после войны время все знаем, что было трудно жить. Решила работать, что-нибудь мало бизнесом заниматься, что-то копила, сколько получилось так. И решила, думаю, что-то еще сделать в моем районе, что-то людьми, чтобы помочь, или что-то людьми, чтобы приятно, чтобы было. Еще, чтобы всем, чтобы было удобно, чтобы было всем. И решила построить магазин. Пройдя время, еще появилась мечта, чтобы построить второй этаж. Построили второй этаж тоже. Сейчас еще есть много планов у меня, чтобы еще хочу кондитерский цех открыть, чтобы было все нормально у нас в районе, чтобы люди были, чтобы довольны. Любое дело, чтобы сделать вот интерес, имею вот мечта, интерес, чтобы исполниться это все. И получается это так. Мой девиз такой, когда женщина верит в себя, мечты сбиваются.